Ты когда-нибудь такое видел? Нет, такое нет. Я тоже. Вот поэтому лучше не высовываться. Если нас заметят, на всех у нас пуль точно не хватит. Да уж. Твою мать. Пригнись. Черт. Надо уйти от дороги. Да. Так, обойдем стороной. Ты знаешь, куда идти? А как же? А ты уверен, что нам сюда? Да. А что? Я здесь часто проезжал, еще давно. Что? Здесь моя жена работала. Тут была лаборатория к востоку от Iron Butte. Короче, я сюда ездил. И точно знаю, что транспортный комплекс в той стороне. Пойдем дальше. Сам увидишь. Нам сюда. Упокоители дудят в эти штуки, чтобы привлечь фриков. Идем. Нам только войны не хватало. Давай-ка ты лапу уберешь. Господи. Кто-нибудь, помогите. Идем. Пожалуйста. Давай, валим отсюда. Нет уж, мы не оставим ее фриканам. Что? Стой. Я сказал, мы ее не бросим. Ты забыл, зачем мы сюда пришли? Короче... Я понял. Ладно. Так. Держу. Я держу. У нее ноги сломаны. Она сама шагу не сделает. Ты знаешь, что делать. Идти надо. Тихо, милая. Слышишь? Все будет хорошо. Сейчас все пройдет. Не бойся, сейчас все пройдет. Не бойся. Сейчас все пройдет, и все будет хорошо. Не бойся, милая. Все нормально? Да, нормально. Ты правильно поступил. Перестань, а. Нам всем приходилось. Хватит.
Тихо, сядь, сядь. Что? Блин, да что теперь-то? Орда, твою мать. Да не, это не Орда. А кто ж тогда? Упокоители. Давай, пошли, пошли.